Привычка к спорту и здоровому образу жизни часто формируется уже в детстве, и один из самых эффективных методов ее культивирования – личный пример. Поэтому так важно знакомить ребят с настоящими чемпионами. В теплый майский день новочебоксарская команда по черлидингу «Медузы» провела зажигательную зарядку с особенными детками. Девчонки побывали в городской школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Под веселую музыку дети повторяли упражнения за гостями. Как считает тренер команды «Медузы», такая зарядка – это не только телесная терапия. Мы сегодня с командой «Медузы» побывали в школе у деток с особенностями. На самом деле, цель нашего прихода была в том, чтобы показать, что между детками нет никаких различий, нет никаких барьеров, что все дети наши хорошие, здоровые, веселые. Провели потрясающую, бодрящую зарядку, зарядили всех деток позитивом, зарядили веселой зарядкой, чтобы все наши детки пошли в каникулы с хорошим настроением, и чтобы все детки увлекались спортом. Всех привлекаем и призываем именно заниматься спортом, чтобы быть здоровыми, веселыми и умными. Море позитива получили не только педагоги и учащиеся школы, но и родители детей. Я мама особенного ребенка. Мы вот находимся в школе Новочебоксарской. И я так рада, что девочки к нам приехали. Вы знаете, я так рада, что такие звездочки зажглись. Посмотрите, какие трюки, ух, делают девочки. Диана, тебе нравится, как девочки выступают? Ты хотела бы сама так? Только немножко страшно. Но самое главное, чтобы дети стремились. Спорт – это классно, это здорово. И мы за здоровый образ жизни. После зарядки «Медузы» показали мастер-класс. Под бурные аплодисменты девочки показывали красивые элементы своего любимого спорта – черлидинга. В планах «Медуз» аналогичную зарядку провести для детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ольга Лазарева, Петр Куприянов, новости Новочебоксарска.